детей, создают такие, ну, красоту, которая у них не существует. Но я думаю, они дилетанты, они не видят, что каждый человек красив по-своему. Есть плохие художники, плохие фотографы, которые не умеют схватить. А я нахожу это, я выхватываю и показываю лучший его период, лучшее его время и лучший пейзаж. Нас учили, если мы видели в институте на Луне зелень больше, сильнее, да, в дереве там более коричневое, больше, да, сильнее, концентрируй то, что тебе, ну, как бы показалось, усилие. Живопись, я просто не умею это делать, но чувствовать я могу абсолютно точно. Когда я посмотрела на свой портрет, я сказала, вот донесли то, что есть действительно на самом деле, да, я вот такая, как на этом портрете. Он уловил сразу мою сущность, ну такая, какая есть, есть немножечко вот ранее, немножко нерешительная. Я сейчас пойду к нему, возьму мне автограф. А ты же с ума сошел? Мой папа ради тебя таких людей пригласил. Мы опаздываем. А этот проход всегда здесь торчит. Так я увидел на той стороне улицы в 1984 году Дали. Вот это в памяти о Дали. В общем, в манере живописи у двух художников немало сходства и в манере жить. Желание быть востребованным, признанным. И именно сегодня, а не послезавтра. Самопиар – еще одно искусство, в котором оба достигли невиданных высот. За что когда-то современники Карелли Сальвадора, все это ставит в пику Никасу Сафронову сегодня. Тусовки, встречи. Писала по карабану, покупал картину. Я что, договорился, Немцов переводил, договорился по поводу портрета, но так и не смог, набросы хотел сделать. Она сказала, что у нее с мужем проблемы, а потом его вообще не стало. Эрик Робертсон, мы с ним снимали даже в кино. Он был здесь в гостях. Да, вот его я, честно говоря, очень люблю. Посмотрим, кто еще удостоился чести быть написанным мастерской кистью Сафронова. Ну вот, Дмитрий Анатольевич, я приезжал к нему как раз с рукой проблемной. Он предложил даже помочь врачами. Вот. Буш, Путин и да. Я попросил Владимира Владимировича, чтобы он снялся со мной с Бушем. Он говорит, ну проблема, да, у Буша спросит. Вот, yes, yes. Ну вот все, мы с Радко были, понятно, что позировано. Метода Кутуни, просто мы общались с ним несколько раз. А Зелинка процентов, нет такого зрительного.
мы первый раз он приехал в Москву, Гер Яшар, да. И как-то очень отреагировал очень так спокойно, не извините, надо идти. Я ему подарил свой календарь и пошел. И вдруг бежит помощник, говорит, я вас умоляю, вернитесь назад. Мне говорит, это все же вы, я говорю, да, знаете, все, я хочу к вам гости. Ему говорят, вы не можете, у вас все расписано с 8 часов. А можно я в 7 к вам утра приду? Пожалуйста, хоть в 6, я говорю, раз в это время заканчиваю работать. И вот он пришел. Высокий блондин сам пришел в гости. Это просто, ну, да, но потом он даже примирил меня с Лимандов, который у нас был. Мои пираты, это же мой кумир детства. Ну, может, да? Позже мы уже познакомились ближе, я сделал набросок с него. Вот, и он где-то лежит у нас на передаче. Ну, в общем, все люди какие-то здесь. Этот купил у меня, пока рано на работу. Фарри Ардан приглашал в гости. Многие актеры позировали. Достаточно объемисто, а многие очень коротко. Вот у Моника Белуччи был рисунок, который я вот обыграл таким способом. Жар-птицкой, да. А это Феррари, который подарил Падишах Брудери, да, или как это называется? Какой-то прозрачный.